Всем здорова, с вами Fixation, и сегодня я вам засвечу лук. У меня этого анлока нет, я не знаю, как его разлочить, но я зашел на частный сервак, где все разлочено, и проверил, что на нем есть. На нем присутствуют три разновидности стрел. Первая — это обычная стрела, самый наибольший урон, но не самая дальняя дальность. Второе — это снайперская стрела, немного меньше урона, но дальше стреляет. И третья — это разрывная стрела, самая ближняя дистанция, но она разрывается вообще. Огонь. Целится по зеленой точке, когда вы смотрите в зум. Поджигаем пердеж. Народ, кто знает пароль для этого задания, пожалуйста, отпишите в комментах. Очень поможет людям разлочить это оружие. Я на нем поиграл, может, часик максимум. Достаточно забавная вещь. На всех видах стрел больше всего мне понравились разрывные. Но обычная стрела лучше всего против пехоты. Этот лук находится в классе карабины. Соответственно, его можно использовать на любом классе. Помимо стрел, еще существует один анлок на этом оружии. Это стабилизатор. Он стабилизирует лук на 100%. Но так как это основное оружие, я думаю, не будут им многие пользоваться. Это больше тролль, чем нормальный игрок. Ну а хотя посмотрим, какие умельцы будут с луками бегать и всех убивать. Робин Нуб! Робин Нуб! Хедшот, голову разорвало. Тут замес получился таким жарким, то что у меня даже комп залагал немного. В общем, достаточно веселая вещь, можно будет на нем пофаниться, когда разлочу. Я видел много видео про этот разлок, но никто еще не знает, как его достать. Даже видел одно видео, то что этот лук находится на карте ангар. В ангаре где-то он просто лежит, его можно поднять. Но я не знаю, как добраться до этого места, и сам автор видео этого тоже не знает. Кто разлочил, милости прошу в комментах, отпишите, пожалуйста, код для задания. Ну и как обычно, спасибо за просмотр. Поделитесь с друзьями, с бабушкой, с дедушкой, с тетей, дядей, мамой, папой, братом, сестрой, собакой, хомяком и кошкой. С вами был Fixation. Всем удачи. Берегите себя.